После прохождения инструктажа команда начинает сборку защитных экранов. Их 9500. Именно столько получат различные службы Одинцова в подарок от инновационного центра Сколково. Молодогвардейцы и волонтеры, приступая к работе, разместились так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Объем очень большой, народу здесь достаточно очень много собирается, и люди, волонтеры в том числе, очень активно помогают в любой работе. Первая партия собрана, упакована и готова к отправке в МФЦ, который уже начал работать. Экраны помогут максимально обезопасить сотрудников и посетителей центра. Одинцовская областная больница тоже получила такие средства защиты для медперсонала. Мы сегодня получили 5000 экранов, крайне приятно получать такие подарки. Медицинским работникам они крайне необходимы, ввиду того, что в них удобнее работать, и медицинский работник защищен от проникновения какой-либо инфекции воздушно-капельным путем. Защитные экраны передадут сотрудникам полиции, налоговой инспекции, службам ЖКХ. Волонтеры помогли сделать работу госучреждений более комфортной, и жители могут быть спокойны. Вирус не пройдет. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».